Всем привет, друзья! Сегодня очередное исследование. Мы будем исследовать заброшенный туберкулезный диспансер. Всем приятного просмотра и погнали! Я не знаю, может тут кто-то живет, но потолок обваливается и паутина, видите? Какие-то звуки только что были. Смотрите. Фу, блин. Жесть просто. Какая-то дверь заперта. Какие-то надписи везде вот эти. Ну ничего, ребята, сейчас пройдем. Давно я сюда хотел зайти, но времени не было. Работа, ребята. Еще раз работа. Более-менее светло. Смотрите. Капец. Какие-то пленочки, баночки. Вот, ребята. А, настойка голоду. Я понял. Ясно, ясно. Такая ровная, может, палаты были. Сейчас на двери. На дверях должно было написано быть. Блин, здесь еще хуже. Смотрите, видите? Горит на. Снаружи там. Видите, все разрушено. Батарейки. Смотрите. Я не знаю. Жесть полнейшая. Ебать, тут игрушки, ребята. Детские игрушки. Какой-то костюм, видите. Не знаю. Вот игрушки все лежат. Вот еще одна игрушка. Какая-то комнатушка была, я не знаю. Вообще. Детские. Ката, это с музыкального центра. Туберкулезный, как бы можно вылековать, без маски не входить. Смотрите, блядь, ребята. Капец. Тут голуби где-то. Какие-то капли. Жесть. Вот за этой дверью. Но там крыша обвалилась. Я туда не могу зайти вообще. Капец. Смотрите.
Чего ты вот маленький? Какие-то шорохи, возможно, крыса или что здесь прячется. Кошелек, очки его лежат. Там какие-то снова вещи он. Блин, жесть. Фух. Интересно, что это за зал был? Тут не написано вообще. Нет, вообще ничего не написано здесь. Хотел посмотреть, почему этот зал, что тут лечили, что-то еще. Вот снова же плакаты. Вон снова лекарства всякие. Ладно, буду отсюда выбираться от греха. Такая вот заброшка, друзья. Мы ее исследовали. Я не знаю, возможно, я приду сюда еще ночью с Серегой и попробуем ЭГФ-сеанс провести. В любом случае, всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока.